Мы поддержим данное постановление, я объясняю почему. Когда предыдущий выступающий сказал, что там дохнут свиньи, падают самолеты, я думал, он и Гудкова в этом обвинит. Потому что непонятно, с чем начинать с гибели самолетов, когда мы обсуждаем кадровый вопрос. У нас много проблем в стране. И сейчас мусульманский мир жжет везде посольство, значит, все страны мира должны объявить мобилизацию в армию. Что вы тут делаете, вон, мусульмане восстали. Логики никакой нет у вас, у левых фракций, партий и так далее. Вы говорите, репрессии, расправа. Расправа была в январе 18 года, когда большевики разогнали учредительное собрание и расстреляли рабочих, которые выступили в защиту. Расправа была в декабре 91 года, 12 декабря. Да только коммунисты голосовали за утверждение Беловежских соглашений. Только они, 101 коммунист. За это разве нельзя отвечать? Вот расправа была, с государством нашим расправа была. В 91 году Ельцин расстрелял парламент, где были только коммунисты. Так что я объективен. Вот это расправа. Сейчас никакой расправы нету. Дело не в Гудкове. Вот вся эта фракция незаконно находится в этом зале. Вся. Еще в 7 году они получили 4%. ЛДПР 12, у нас отобрали 4 и им присобачили, чтобы они здесь сели 38 депутатов в пятом созыве. Я каждый день входил, с ненавистью смотрел в эти ряды, а мои активисты сидели дома, на улице, ждали, когда закончатся полномочия их по пятому созыву. И сейчас, когда мы идем на выборы, большей коррупции, как со стороны Справедливой России, нету. Всю страну обклеили деньгами. Везде бросили деньги на подкуп избирателей. Уже дошли до сельских депутатов. Это были девственники, мне никому не нужны. Чего их подкупать? Да вот эти 5 губерний, и их там девственностью прорвали кровавыми такими грязными деньгами. Поэтому, это вот, понимаете, вот депутат Гудков говорит, что, мол, он не голосовал за лишение президентства Егизаряна. Но вся фракция это голосовала. Разделав в одном голосе Гудкова за или против. Здесь, в парламенте, позиция 4 фракций. Не надо прятаться за чью-то спину. 1, 2, 3. Посмотрите, посмотрите, как одет Пономарев депутат. Так в коровник не пускают в Западной Европе. Рваные джинсы, какой-то грязный свитер. Это же неуважение ко всему парламенту. И что, фракция не может на него воздействовать? Это не фракция. Там единственный честный депутат. Алексей Валентинович Митрофанов. Воспитанник. Воспитанник ЛДПР. Сирота. Подобрали у Ярославского вокзала, грязный, отмыли, воспитали и бросили, как троянского коня, в эту вновь создаваемую партию. И Митрофанов выполнил задание ЛДПР. Начался развал фракции «Справедливая Россия». Поэтому я бы очень хотел здесь не козырять Конституцией. Господа коммунисты, Конституция СССР не предусматривала распуск нашего замечательного, любимого государства. Но вы же проголосовали. Что вы тогда не исполнили Конституцию СССР? Как вы голосовали, 101 коммунист, утвердить преступные Беловежские соглашения? Вы избрали Ельцина председателя Верховного Совета. Это что мы голосовали? Вот вам молчать нужно коммунистам. Молчать в тряпочку, как Зюганов. Правильно Геннадий Андреевич не пришел. Ванны принимать лучше. Мацеста, как Брежнев, лежит сейчас, ему там медсестры все полощут, то, что надо и не надо. Поэтому с коммунистами понятно, да добрые тихие люди, хорошие, спокойные, честные, локоть коммунистам, Романов, Рябов, там есть у них Коломийцевы. Но время закончилось левых идеологий. Посмотрите, Европа. Кто тихо себя ведет? Северная Европа. И кто живет богато? Северная. Кто шумит? Там, где левые настроения. Португалия, Испания, Греция и Италия. Поэтому нам уже человечество доказалось. Где нормально живут? В Южной Корее, а не в Северной. В Южной американцы мы могли стоять, в Северной или китайцы. Обе Кореи оккупированы, но увидите нищету в Северной и расцвет в Южной. Поэтому нас надо успокоиться. Конечно, грязный капитализм, конечно, ущербная демократия, но она в ней меньше насилия. Меньше насилия. Они бомбят Ливию, будут бомбить Сирию, а свои города они не бомбят. Своих граждан они не пускают в лагеря, не мучают. У них есть лагеря, Гуантанамо, да? Но там сидят афганские талибы. Поэтому разница есть между режимами. И это отвратительный режим. Никогда не буду хвалить американскую демократию, европейскую. Сегодня Евросоюз, как наш Советский Союз. Россия всех кормила, теперь Германия всех кормит. И рухнет Евросоюз. Еще не успеете все умереть, часть из вас останется. Когда рухнет Евросоюз, Германия первая выйдет.
НАТО будет распущено, Шенгенская зона будет закрыта, и евро исчезнет. Любые объединения, они долго не могут продержаться, никто не хочет кормить нахлебников. Даже европейская модель коммунизма, как вот сегодня Евросоюз, там комиссары даже называются, комиссары, не пойдет никогда. Потому что умный не хочет дурака кормить, сильный не хочет все время заслонять слабого, образованный не хочет отдавать свои деньги необразованному. Поэтому любые объединения кончаются плохо. И поэтому, Геннадий Владимирович, обижаться не надо. Мы будем помнить вас. Мы очень сожалеем, что вы рано ушли от нас. Мы позаботимся о семье. Для Дмитрия двери ЛДПР открыты всегда. Уходя в Справедливую Россию, не надо было сына за собой тащить. У него были симпатии к ЛДПР. Пусть бы он сидел бы здесь сегодня честно, а папаша бы зарабатывал бы деньги честно. Был бы хороший тандем. Геннадий Владимирович, у меня к вам претензии к прошлому. Вы полковник КГБ. Вы должны были сохранить Советский Союз. Вы были в пятом управлении, который душил нас, оппозицию. Сегодня, когда вас немножко против шерсти хотят погладить, вы говорите, расправа. Вы чем занимались 73 года? Вы уничтожали любую демократию, как полковник КГБ пятого управления, которое было создано специально по борьбе с нами, с оппозицией. И когда вы говорите, что мы там подмахиваем кому-то, мы никогда никому не подмахивали. И никогда не были верноподанническими. У нас своя позиция 25 лет. Поэтому вы говорите, расправа с оппозицией, надо расправляться. Если бы Корнилов задушил большевиков в 17-м в августе в Петербурге, а Горбачев задушил бы Ельцина в Беловежской пуще, мы бы по-другому жили. Наоборот, я призываю, это мягкая партия «Единая Россия», слабая партия. Если бы мы здесь были ЛДПР, вас бы никого здесь не было вообще. Ни одного бы не осталось. Здесь были бы ЛДПР, 400 голосов и 50 «Единой России» на прокорм бы оставили бы. Поэтому поддержим «за», обижаться не